Друзья, сейчас вашему взору откроется самый мощный, самый сильный и, возможно, самый южный водопад. Вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Узрите! Я пошутила. Может, еще раз? Пря! Весна! Тушкевич! Ой! Ничего, ничего. Весна покажет, кто где. Самая главная фишка этого отеля и этого номера – это вид. Еще раз, не отель, а номер. Я думаю, что самая главная фишка этого маленького номера – это вид. Извините. Холодно, но красиво. Замерзающая красота. Это я про Юлю, конечно. Ай! Пальцем! Прямо от нищего сфера. Как это было? Слышь, оставьте меня здесь, правда. Скажите орлу Иришке, что я любил их. Забери очки, Саня. Через 15 лет они тебе понадобятся. Я вот даже не знаю, что красивее. Вид, который открывается передо мной, или я в красном купальнике. А выбирать вам шелунишки. Все. Иди, Сашка, иди. Бросай меня здесь. Труп откатывает. Сань, подожди. Сань, вот мокро. Ну его к чертям. Простужусь, а то еще, знаешь, что по мужской линии. Ты их оставил у себя. Спасибо, братан. Век не забуду. Дай я тебя обниму. Давай. Ты что так тащишься? Здесь 60 километров в час разрешено. Нет, ты посмотри, он едет 30 километров, так? Я что, из-за тебя должна опаздывать на важные встречи? Которых у меня нет, ну, неважно, если бы были. На этом сегодня, друзья мои, рассказки закончились. Дальше узнаете из голоса за кадром. Он, скорее всего, тоже будет моим, поэтому я сейчас что-нибудь вам интересное расскажу.